А в лесной поляне уже зима. Сейчас 2 часа дня. Темно. Дома вообще приходится свет включать. Библиотека в лесной поляне бесплатная. Как-то поначалу у совы глаза светились, сейчас уже не светятся. Видимо, батарейки сели. И все. Что нам предлагает библиотека? Книжки. Ух ты. Трудовое право. Экзамен. Йога. Пахнет здесь как-то прям книжками старыми. Не так давно здесь бежала водичка летом. Буквально месяц назад.